Успехи представителей школы рукопашного боя мозырского «Динамо» Вышу Саньда общеизвестны. Ярким представителем этого направления можно считать Павла Катурнова, выступление которого вы видите на своих экранах. Много лет Павел идет в авангарде нашей команды, в которой, как мы сейчас узнаем, появились отличные молодые бойцы, с успехом выступающие в международных и республиканских турнирах. 17 октября в городе Гомеле проходил турнир по ушу саньда, он назывался «Белая рысь». В этом турнире приняло участие более 100 участников из различных областей, таких как Гомельская область, Могилевская, Минская. Также была команда из города Чернигова, Украина. Наша команда состояла из 10 человек. Она тренируется непосредственно под моим руководством и руководством Гороха Александра Александровича. 9 медалей завоевали наши спортсмены на турнире «Золотая рысь». Золотые награды на счету Владислава Стомы, Валентина Лепницкого, Максима Бобра, Александра Михневича и Артема Каморского. Андрей Змушко, Геннадий Ермак, Даниил Мартыненко и Дмитрий Солянник удостоились серебра. А еще один наш молодой динамовец Константин Паращенко лишь чуточку не дотянул до пьедестала почета, заняв 4-е место, показав при этом довольно неплохой уровень мастерства.